В бюджет 2019 заложили деньги на новый аэропорт, Амелин. Средства на строительство первого нового аэропорта в Украине, в поселке Соленое, Днепропетровская область, заложили в бюджет 2019. Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает деньги на строительство первого нового аэропорта в Украине. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелин в Facebook. В 2019 году мы начнем строительство первого нового аэропорта в Украине, который будет построен в Соленом, между Днепром и Запорожьем. Первый транш составит 200 миллионов гривен, и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт, написал Амелин в соцсети. По его словам, это правильное стратегическое решение для страны – построить новые воздушные ворота для Днепра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старые, ведя перманентную борьбу за открытое небо. Министр также назвал двумя победами благодаря президенту Украины предусмотренные в проекте госбюджета 200 миллионов гривен на строительство нового аэропорта и 500 миллионов гривен на Укрпочту. Теперь главное, чтобы проголосовали в парламенте. Держим пальцы скрещенными, добавил Амелин. Ранее доработанный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год внесли в Верховную Раду. Председатель парламента Андрей Парубий рассчитывает на рассмотрение государственного бюджета 22 ноября. Новости от в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TMIC-RESPONDENT.NET. По материалам сайта newsgro.com.